Всем привет, друзья! Сегодня мы играем в игру Super Adventure. Да, и в этом видео я вам покажу три тайны в этой миссии. Ну что же, погнали! Погнали! Привет, друзья! Привет, да. Ребятушки! Наконец-то ты тепло их встречаешь, но ты их всегда встречала тепло. Большой-большой секрет. Да. Куда? Куда? Зачем, главное? Для чего? Какая у нас цель? Нам нужно... Тут нельзя касаться... Нельзя, короче говоря, падать. Да. Вот, смотрите. А мы упали, да? И ничего нет! Как нет? А что должно было быть? Быть? Мы должны жизнь потерять. А, ты вот это хотел показать? А, на подушках а вот я... На подушках я не терял жизнь, а на промежутке между ними я не терял. То есть на подушках я не терял жизнь, а на промежутках между ними потерял. И? Вот это и есть тайна какая-то? Ах, вот оно что. Так, ну что ж, перезапустить уровень, это нам выгодно. Юх. 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 Так, да, сейчас... опять? Мы да. Сейчас туда же, в то же место. Угу. Тут, оказывается, вы знаете, ну, что спрятанный стикер на двери, ведущей в ванной. Там, ну, вы туда долетите. Ну, конечно, не на этом самолете, потому что тут якобы, ну, якобы, если тут стикер, наверное, можно якобы не касаться, то есть касаться дверей, но сейчас вы все увидите. Нам касаться дверей нельзя. Сейчас? Да никогда. Когда? Да никогда. Он странный, у него какой-то просто мертвые петли какие-то он делает в воздухе. Что значит мертвые? Ну, это такая мертвая петля, знаешь, как вот петлей такой в самолет поворачивает. Что это произошло? Вот, смотрите, мы падаем в дверь. Я не понял, что это было. А что это? Мы просто упали и потеряли жизнь. Пойти на пылесосе. Давай. Только нужно его догнать сначала. Да, вот так вот бывает, смотри, да? Сейчас будем его ловить. У тебя такое было, что ты сталкивал самолет со стола? Да, сейчас мы приблизимся к нашему пылесосу. Пылесос, ты где? А где он? Он в том углу. Ну, это, конечно, выше пилотаж. Я не представляю. Ну когда у нас получится? Ну когда уже? Давай, барин, ну. Давай, баринка. Да это не барин во всем виноват, это я. Нет, что плохо нет, это ему он, это он. Ну, что, мама! Что, барин? Ну хватит уже. Ну что? Есть, долетел. Хоть какой-то от барина толк. Ну ладно, барин, ты молодец сейчас уже. Хотя толка от тебя никакого. Мишка, песня-то там The Bear, The Bear, The Bear. Песня-то барин про Мишку. Глупый, барин глупый, да барин нет, глупый. Нет, просто про Мишку, про Мишку. Не про Максима же песня. Максим, 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 Максим. Не про Максима же? Вот видишь, и песенка-то помогла. Помогла песенка. Так. Есть. Ну, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокол. И жмите на колокол, бум-бум. Динь-дон. Динь-дон. Всем пока!